Кахи, поделись самым ярким воспоминанием из футбольного детства. Детство? Было, наверное, детство. Выигрывали турниры, играли турниры. Бывали лучший игрок, лучший технар в детстве. Играли в школе, играли. Много есть в детстве воспоминаний. Было очень хорошо. Сейчас уже более серьезно. Здесь я не думаю. Понятно. А свой первый матч у нас в высшей лиге в составе Локомотива вы провели против... Против кого тогда играли? Помните? Кызылком дома. Кызылком? Дома, да. Вы играли 2-1. Да, 2-1 выигрывали. Понятно. Помню точно, да. А самый сильный футболист, с которым вам довелось играть в одной команде? Кого вы считаете? В одной команде? Да. Ну, бывало, многие бывали, честно, хорошие футболисты. Не могу сейчас говорить, раньше отдельно у одного. Многие были, честно, вот, хорошие футболисты, взрослые, молодые. Не могу просто сказать, кто это один. Многие были. Немало. А тогда самый сильный соперник, против кого вы играли? Футболист. Основной это был сборная Германии, которая играла в сборной Грузии, это было 2 года назад. В составе сборной Грузии, да? Понятно. А то вас уже все устраивает, да, у нас в Локомотиве? Ну, устраивает, ну, хочется лучше, ну, сборная, это все устраивает. Угу. Все нормально, все супер. А вам уже 29, да? Да, будет 30. А возраст зрелого мастера? Мастер, не знаю, я не знаю, честно. Я себя не чувствую, честно говоря. Говорю иногда, у меня 29, не верится, честно не верится. Ну, что поделаешь? Ничего страшного. До какого возраста вы будете играть в футбол? Хотели бы завершить карьеру у нас в составе Локомотива? Нет, если получится, что не проблема, это будет хорошо. Но есть же впереди, ничего не скажешь, ничего не делаешь. Надо думать, играть, что будет дальше, сами решать. А ваши пожелания нашим болельщикам? Болельщикам здоровья, самое главное, всего наилучшего. Приходите на стадион, болейте за Локомотив. Желаем вам удачи. До свидания. Спасибо вам. За что. Super!